Почти 4 миллиарда рублей на дороге. Тендер на такую огромную сумму выставила на сайте госзакупок администрация Красноярска. Выигравшей его фирме предстоит следующие 3 года обслуживать все красноярские дороги, подкрашивать дорожную разметку, заделать мелкие ямки и трещины. Правда, прежде чем претендовать на внушительную сумму, фирме придется внести залог – 200 миллионов рублей. Масштабный тендер депутаты горсовета уже назвали революцией в городском хозяйстве и заявили, условия тендера оставляют неудел большинство красноярских подрядчиков. Более того, народные избранники отметили, общественные слушания по объявлению тендера на прошлой неделе были проведены втихую. На них присутствовала исключительно нужная администрация люди. Однако в департаменте города говорят, что в цифре 3,8 миллиарда рублей нет ничего необычного. Более того, это обычная практика для Красноярска.